600, mislio da ti je prezamogu, mislim. 100. Gigantska je puška. Стреляет плазма, огромный урон. При атаке с орбиты не будет. Уничтожает планету, прежде их пояса астероида. Нифига надо. Вероятность на урон 10, урон 600. Ну, защитник у нас есть, значит, не все мы так не действуем. Обратно там, всего 400 тоже, наверное, 200. Непонятно. Кто еще там, понятно, спутник. Файтоник. Пространственный телепорт. Перезарядка 20. А, это вооружение. Позволяет во время боя как бы совершать все короткие гиперпрыжки. Быстро меняя позицию. Наполовину. Плюс 25. Планетарный суперкомпьютер, ну да, такое было бы уже, сколько тут, 6 миллиардов захода. Подошел далеко. Начали уровень Гента, кибер 17-5 уровня. Ментальное подключение к компьютеру. Повышает всех одинаков до максимального. Ну, здесь до смерти. Веганская мыпленная база размером с этажа. Он не то. Самый крупный мощный класс военных. Молот. Энергетический 450, по 600. Так, да. Ну, где-то было. А звездное преобразование. Ну, можно уже ДЗК саму планету там пересыпать, предлагаю. А, без разума, ну вообще не понятно. Ну, это, говорит, корабельная сумма. А это вообще просто для тарана, вместо тарана. Ну, вот. 20 дистанция. А тут что? Ну ничего не говорят, что кубка недоступна. Установка дифференциации пространства. Короче, для антера. Это не измерение ничего. Ретрансляция является ключевой технологией для выхода за пределы измерения. Открывать следующие модификации излучателем мод. Есть такая победа, такая формальная
Ну да, выберем пока физику. Потом преломление, или мы уже думаем, что такое. Ничего не делаем. Мы открыли, говорит, что-то научное, какие еще тут произвести, да. Открыла 99 плюс 50% производства. Навели. А купить 3 триллиона. Сократила. Четыре. Так. Нормальная хрипотца, чем не хватает. Все фермы есть, без сферы. На 6 там было. Ладно, еще ход. А флот нет. Висок, броня, все, пускай. Там, это, ты всех не ловишь. Вот тут с более крупным флотом. Я без пространственных линий. Так, облагодарю.